Приветствую вас, друзья! Сегодня темой нашего выпуска будут артиллерийские установки индийского производства, которые недавно приобрела Армения для усиления своей военной мощи. Начнем с небольшой истории. Так вот, имеющийся арсенал буксируемых гаубиц в индийской армии был куплен еще в 1960-70-х годах прошлого века и уже значительно устарел. Для исправления ситуации индийские военные на протяжении последних почти 30 лет проводили несколько тендеров на поставку гаубиц. На вооружении Индии в данный момент имеется немало количества таких гаубиц, как шведские FH-77B, M-37A2 производства Великобритании, советские D-30 и M-46, а также итальянские Милара Мод-56. Несмотря на это, Индия решила самостоятельно начать разработку артиллерийской системы в 2010 году под названием ATAGS. Расшифровывается это как Advanced Towed Artillery Gun System – новейшая буксируемая артиллерийская система. Разрабатывается данное орудие инженерами научно-исследовательского агентства по вооружениям и промышленными партнерами Bharat Forge Limited и Tata Power. Как признают представители Индии, при разработке данной гаубицы был использован опыт других производителей аналогичных систем, а также с учетом опыта ведения боев в горной местности. Что касается опыта других производителей, то гаубица Атакс во многом копирует как гаубицу М-37А2, так и шведскую FH-77B. И как утверждают в Министерстве обороны Индии, Атакс по своим техническим характеристикам превосходит не только М-37А2, но и практически все остальные гаубицы, имеющиеся на вооружении у других стран. Данная гаубица имеет кассеты с 6 выстрелами, в отличие от 3 выстрелов, как в других типах артсистем аналогичного класса в мире. Имеется 3 режима стрельбы. Интенсивный – 3 выстрела в течение 15 секунд. Средний – 15 выстрелов в течение 3 минут. И обычный – 30 выстрелов в час. Максимальная дальность стрельбы гаубицы – 50 км, из которых эффективная дальность до 45 км. Достичь таких результатов дальности получилось еще благодаря увеличенной длине ствола, длина которой составляет 8 метров. Вес орудия не самый большой, но и средним его не назовешь, ведь он составляет все 12 тонн. Вооруженные силы Индии планируют заказать до 150 орудий данного типа на сумму $490 миллионов США. В прессе в 2022 году появилась информация о том, что Индия получила заказ на поставку гаубиц Атакс на сумму $240 миллионов. Страна-заказчик не уточняется. Спустя определенное время стало ясно, что заказчиком является Армения. Кто бы что ни говорил, но данная гаубица серьезно увеличит огневую мощь армянской армии. Можно еще предположить, что, заказав эти гаубицы, Армения учтила тот факт, что при разработке данного оружия Индия основывалась на боевых действиях с Пакистаном в горной местности, а именно во время Каргильского конфликта 1999 года, когда Индия применила имеющиеся у нее гаубицы шведского производства FH-77B. Гаубица Атакс имеет возможность вести прицельный огонь от -3 до 70 градусов по вертикали. Прибавим к этому возможность стрелять высокоточными снарядами наподобие Экскалибура. Нужно отметить, что по имеющейся информации Армения заказала вариант гаубиц, который имеет колесное шасси для перемещения на короткие расстояния, что дает ей преимущество при контрбатарейной борьбе. Стоимость одного орудия составляет около $3 200 000 США. Учитывая, что сумма контракта составляет $240 миллионов США, то при помощи несложных манипуляций получаем цифру из 75 орудий. Это в свою очередь делает от 9 до 12 артиллерийских батарей. А теперь поговорим о применении на поле боя. Это отличное оружие, которое может стоять на довольно далеком расстоянии и посылать высокоточные снаряды не только на линию фронта, но и в тыл потенциального противника. Прибавим к этому высокую скорострельность. Оно отлично будет себя показывать до тех пор, пока его не обнаружит дрон противника, а с учетом того, что дроны активно и повсеместно начали использовать
2020 года, когда Азербайджан стал первой страной, которая так активно использовала дроны на поле боя для восстановления своей территориальной целостности. До этого дроны использовались, но не в таком объеме. Какими бы передовыми характеристиками ни обладала бы буксируемая артиллерийская система, она очень уязвима, и им нечего противопоставить ударным дронам. За примерами далеко ходить не надо, можете прогуглить и найти в интернете видео того, как она уничтожалась во время 44-дневной войны и уничтожается сейчас в Украине. Добавлю, что от дрона не уйти не только буксируемой установки, но и той, что установлена на колесной базе. Единственным выходом в данной ситуации для Армении – это хорошая маскировка данной системы, плюс ко всему установка их на шасси грузовика. В таком случае это может принести более-менее положительный результат. В продолжение темы гаубиц, на очереди у нас еще одна 155-мм установка, но в этот раз на колесном шасси 4х4 под названием MARG, то есть марш. Это еще одна разработка Индии, которую приобрела Армения. Марш-155 рекламируется Индией как единственная в мире 155-мм артиллерийская система с длиной ствола 39-го калибра, установленная на автомобиле 4х4. Гаубица Марш-155 представляет собой копию широко известной 155-мм легкой буксируемой гаубицы М777 от Bae Systems. Самоходная часть колесной формулы 4х4 выполнена на основе военного грузового автомобиля индийского производства Ashok Leyland МК-4 и оснащена бронекабиной для расчета из 5 человек. Полная боевая масса самоходной установки 18 тонн, длина САУ по ходном положении составляет 9 метров 391 сантиметр, ширина 2 метра 65 сантиметров и высота 3 метра 16 сантиметров. Возимый боекомплект составляет 18 выстрелов с 5 зарядами на каждый снаряд. Время приведения САУ, боевое положение на позиции, составляет 1,5 минуты днем и 2 минуты ночью. Заявлено, что Марш-155 способна вести длительный огонь со скорострельностью 42 выстрела за 60 минут. В режиме интенсивного огня скорострельность составляет 12 выстрелов за 3 минуты и первые 3 выстрела за 30 секунд. Установлена современная система управления огнем. Максимальный угол возвышения орудия составляет 72 градуса. Помимо гаубиц, Армения подписала контракт на сумму более 250 миллионов долларов на закупку в Индии 214-мм реактивных систем залпового огня «Паника» и реактивных снарядов для них, противотанковых ракетных комплексов и различных боеприпасов. Также в начале 2020 года Армения заключила контракт стоимостью около 40 миллионов долларов на приобретение 4 индийских наземных радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций. Это не полный список вооружений, которых Армения заказала в Индии. Как мы видим, Индия для Армении является одним из основных поставщиков вооружений. Конечно же, в Армению оружие поставляют и такие страны, как Франция, США и Греция. Но это тема другого выпуска. Всем известно, что в правящих кругах Армении все еще есть прослойка, которая управляется армянской диаспорой и которая все еще мечтает вновь оккупировать территорию Азербайджана. И закупка данного оружия хоть и не сильно изменит ситуацию на фронте в случае повторения конфликта, но может нанести большой урон азербайджанской армии, и несмотря на то, что армия Азербайджана намного превосходит по своей мощи, все-таки расслабляться в таком деле не стоит. Всего вам хорошего и до встречи.